Пансионате ветеранов труда. Пенсионеры при помощи сотрудников МЧС испытывали новую систему эвакуации при пожаре. Пожилым людям пришлось спускаться с балкона 5-го этажа на специальном тросе. Как пожилых москвичей спасали от пожара, наблюдал Вадим Фридман. Спускаться на простынях уже давно не модно. Российские конструкторы придумали не одно спусковое устройство. Это, например, позволяет сделать спуск практически комфортным. Механизм движется со скоростью лифта. В пансионате ветеранов труда устройство испытывают на 4 добровольцах, тех, кто помоложе. Среди них 2 женщины. Зоя Зимина перед спуском даже жалеет, что дала согласие. Страшно! Система БАРС мне поможет! Скорость спуска 1 метр в секунду. С 5-го этажа человек опускается меньше, чем за полминуты. Почти все приземлившиеся остаются довольны. Такой кайф! Так что все хорошо, совсем не страшно. Только надо более грациозно, ну, чтобы не перекрутилось, вот как я перекрутила. То есть второй раз уже будет замечательно. Вслед за постояльцами свои действия в чрезвычайной ситуации отрабатывают и сотрудники пансионата. Заведующая одного из отделений Алла Черкасова сорвала аплодисменты. А вот большая часть медицинских сестер предпочитают оставаться в роли зрителей. Все равно труп спустят. Так лучше сразу разбиться и не заметишь. Нет, когда стрессовая ситуация, ты в стрессе. И тебя спускают, ты не понимаешь, что с тобой делать. Так они все в стрессе, в том-то и дело. Кто тебя спускать будет? У них у всех стресс. Спускающие тоже в стрессе. Спускающие еще в большем стрессе. Еще буду орать, чего так много ешь, не могу я похудеть. Миша, отпускай! На веревочку! Ноги отпускайте полностью. Ноги отпускайте, все. Оттягивай! Отбросай. В пансионате для ветеранов живет около 400 человек. Многие пенсионеры за учениями наблюдают издалека. Люди категорически отказываются спасаться через окно. Не-не, я боюсь. Вы что, я смотреть боюсь с 5-го этажа, а то спускаться. А если вот пожар будет и нужно будет? Так... Ну, тогда уже не тогда меня вынесут, выбросят. Учениями руководил директор пансионата. Испытывать устройство лично он не стал. Я имею более 600 прыжков. Для меня это совершенно не представляет никакой проблемы, я вам скажу. То есть это как в детскую игру. Зато директор пообещал установить еще как минимум 4 спасательных системы, чтобы устройства были в каждом корпусе. Вадим Фридман, Александр Садовский, Сергей Горшков, программа «Город».